12 июля в центре Евразии, городе Астане, прошел беспрецедентный розыгрыш. Французский дом, планета красоты и бьюти-мания в честь дня рождения столицы разыграли среди своих клиентов ценные подарки. Для участия в акции нужно было приобрести в магазинах этих сетей продукцию на более чем 15 тысяч тенге и получить купон участника. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я нахожусь в Астане. У нас грандиозный розыгрыш, приуроченный ко дню столицы. Французский дом, бьюти-мания и планета красоты не устает радовать своих дорогих гостей. И сегодня мы разыграем три специальных шикарных набора от французского дома, планеты красоты и бьюти-мании, а также поездку в Париж. Ну и главный приз сегодняшнего вечера – это автомобиль. В центральном астанинском французском доме, что находится на проспекте Республики, народ начал собираться за несколько часов до начала розыгрыша. Каждый верил, что именно ему сегодня улыбнется удача, и он станет обладателем суперприза. Я думаю, что обязательно выиграю либо машину, либо путевку. Все, всем удачи. Раньше мне как-то не особо везло. А так, хотелось бы поехать в Париж. Ну и вдвоем с любимым, с моим супругом. Очень хотелось бы, да. Ну, верю в победу, потому что сегодня мой сынок проснулся в особо таком каком-то хорошем праздничном настроении, такой весь довольно веселый, поэтому я думаю, ну, с легкой ноги встать, наверное, что-то выиграем. Желающих попытать удачу было такое огромное множество, что в какой-то момент количество людей перевалило за 1000. Отметим, что чудеса для самых удачливых стали сбываться уже с первого лота. Три набора элитной косметики нашли своих счастливых обладателей. Ну а самые активные и раскрепощенные клиенты планеты красоты французского дома и бьюти-мании могли выиграть памятные призы, приняв участие в развлекательных конкурсах от Фимы Иванова. Ну и последнее зернышко. Аплодисменты! Грациозной походкой. Так. Отлично. Организаторы сделали лотерею максимально прозрачной. Счастливые номера выбирал не компьютер и даже не ведущий, а сами участники акции. Купон победителя из барабана мог вытащить любой желающий. Так с легкой руки одной из пришедших на розыгрыш девушек обладательницей путевки в Париж стала жительница Астаны Маржан Булатова, которая до последнего не верила в свою удачу. Друзья, еще на один вопрос давайте ответим. Она выиграла? Вы без 5 минут, как в Париже, будете пить сок около Эйфелевой башни. Но самым ожидаемым лотом, как и полагается, стал новенький автомобиль. Затаив дыхание, каждый участник акции ждал, что вот-вот из барабана извлекут именно его купон. И вот свершилось! Хозяин авто найден. По счастливой случайности им стала очаровательная особа по имени Мадина. Меня зовут Мадина Маханова, я очень рада, я в восторге. Приобрела на сумму 40 тысяч тенге. И вот, пожалуйста, еду на машине. Ну что ж, безусловно, этот день рождения Астаны благодаря магазинам «Французский дом», «Планета красоты» и «Бьюти-мания» запомнится многим жителям столицы.